Завуч спит. Я кормлю по часам. Как говорится, каждое утро и каждый вечер на ночь. И сижу на порожке, жду, пока доедят, чтобы... Ты смотри, что снимаешь. А. Ты не ее снимаешь. Чтобы чужие коты не приходили и не подъедали. Завуч стал приходить в себя. Немножечко. Так что благодарю. Уже стал немного это приходить в себя. Пакеты, пакеты. Там памперс один. Ну, как обычно, Кузя, это он. Травя-то она. Да, Захч любит сниматься. Она это. А этот он маленький. Да. Он немножко с хромосомами у него. Не лады. Солнце просто в глаза отсвечивает. Захочет, как обычно, в своем репертуаре. Ну, тут началось. Долбанил. Все, правильно. Правильно, Захочет. Молодец, ты правильно делаешь. Дунит хромосом. Здоровая от окуня. Да. Ни одному, даже маленькому котенку не может дать люлей. Вчера... Свою территорию. Да. Вчера Мардан... Они не доели вчера корм. И Мардан, он уже сидел в подполе. Он, походу, сидит уже там, ждет. Он уже по часам знает, когда. Я наблюдаю это... В дверь, да. Отошла и наблюдаю. Мардан подошел и начал есть. А это начал чуть шипеть, а толку-то, что он шипел. Мардан только морду свою, как говорится, поднял. А это Ашеньки упал с порога. Вздрогнул, Ашеньки упал. Короче, Кузя, как тот самый мужик, и майку рвет, и давай орать. Я не тебя сейчас помыть, да у меня там это... А его вот так вот делаю, он упадет. Да. Захочу жить бы немного. Чё, Кузь, со мной ходишь? Бабник такой, а бабник? А чё жук такой? Ух, доволен, ух, доволен. Это чё пуз такой? Это чё такой пуз? Благодари зрителей, что тебя не бросают. Понял? Такое пузо. Ой, ты какой. Держаться со мной. Ой, ты какой. Ой, со мной-то он драться может. Так как с котами. Так он сразу. Лох. Эх, Кузя.
Последние денечки теплые или еще долго будет тепло? Ходят, ходят. Что завтра отъезд? А уже приходит сюда. Уже стал почище. Завтра это Эмиль любит.